На Гран-при Америки по фигурному катанию, проходящему в спортивном комплексе Lake Placid в Нью-Йорке, китайский дуэт Шэнь Сюе и Джао Хунбо завоевали первое место в парном катании с общим счетом в 201,40 балла. Вчера во время короткой программы Шэнь Сюе и Джао Хунбо установили рекорд по самому большому общему количеству баллов – 201,40. Сегодня состоялась свободная программа соревнований. Китайская пара выглядела далеко не так впечатляюще, как за день до этого. Джао Хунбо допустил ошибку в акселе и коснулся рукой льда. После этого Шэнь Сюе также произвела небольшую неточность при выполнении тройного тулупа. В остальном они довольно прилично завершили выступление, получив 127,04 балла. С общим счетом в 201,40 баллов супруги завоевали первое место. Золотые призеры Гран-при Китая и США, безусловно, выходят в финал мирового чемпионата. Другая китайская пара Джан Тань и Джан Хао взяли бронзу. Александр Кубышкин, Цичуна, CCTV.